Рашид, здравствуйте. Ну вот, наконец-то я получил своих красавцев неделю назад. Отписываться сразу не стал, думал, проверю сначала. Вот сегодня я сделал последний мелкий блок, притер по нему хон, буквально цилиндр другой, и хоны притерлись идеально. Ни конуса, ни эллипса. Вот очередной Жигуль, хон прекрасный, блока 4 уже сделал, клиенты довольны, ну естественно и я тоже. Поэтому огромное вам спасибо, все получилось. Отсюда вопрос. Вот этим вот хоном я делал блоки, которые от 100, скажем, 2, 105, 107. Даже приходил 115. Естественно, и высота гильзы очень большая, под 300. Вот и хочу спросить, а нельзя ли заказать, ну скажем, такой хон, но только, скажем, на 100, от 102 до 100, ну где-нибудь 16 может быть. Единственное, что существуют ли в природе бруски, вернее алмазики, скажем, хотя бы на 120 миллиметров высотой. Вот такой у меня вопрос. Все, огромное спасибо. Очень признателен вам за работу.